Ноябрь. Давно планировал съездить на озеро Полонское. Оно находится на территории Воронежского сельского совета Витебского района, в бассейне реки Лососина. Всего около 10 километров к востоку от города Витебска. Водичка оказалась довольно прозрачной. А вот и первый обитатель. Поиграюсь с ним. Радует, что появились раки в этом озере, так как где-то лет 6-7 назад был мор, и они полностью исчезли. Озеро довольно глубокое, около 19 метров максимальная глубина, средняя глубина где-то 6. Рыбка уже попряталась, но мелочи предостаточно. Значит, где-то притаился и хищник. И вот здесь я увлекся, рассматривал, как резвятся окушки, и не заметил, как слева от меня стала уходить щука. Пока думал, стрелять в нее, нужна ли она мне. Она отдалилась, и я промахнулся. Бесшумно пробраться невозможно. А вот и первая рыбка, карасик. Не смог снять выстрел. Очень густая растительность. А вот и второй. Чуть покрупнее. Белый карась. Буффало. Зарылся. Не захотел мне позировать. Чей туфля? Поглубже, к свалу, искал крупную щуку. Вот здесь видно, что пока я всматривался в траву, слева вверху от меня уходит небольшой экземпляр. Глубина не более 4 метров. Вот еще одна зубатая. Что ж, подрастай. Вот такой улов. Как-то надеялся я на большее. Мелкие щучки, рачки маленькие. Карасика вот пару штук нашел. Ну и на том спасибо. Всем удачи. Всего хорошего. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.